А шансы, знаете, такие же, как и были с агитационной поддержкой, потому что агитация не имеет никакого значения. Голосуете вы или не голосуете, ваше мнение тоже никого не интересует. Вот. Если будет поставлена задача администрации президента с привлечением силовых структур, а будет вовлечены и ФСБ, и даже ФСО, то, значит, приедут гастарбайтеры, приедут так называемые приписанные, так называемые граждане и проголосуют, положат бюллетени столько, сколько надо. На прошлых выборах я сам видел этих людей у себя на участке, якобы работники от предприятия, а я живу в спальном районе, у меня нет никаких предприятий. В очередь выстроились, голосовали, потом я посмотрел, как они поехали голосовать на другой, на третий участок. Вот. Поэтому не имеет значения, есть агитация, нет. Это естественная ситуация при фасадной демократии, то есть это профанация выборов, создание видимости, то, что выборы есть. На самом деле их нет. И не имеет значения, есть портрет Путина или нет. Я думаю, что портрет Путина, скорее всего, запретили использовать, чтобы в него, ну, поменьше плювали, а то просто неудобно перед иностранными гостями, как бы, таким образом.